Всем привет! В этой части я должен был показать следующее продолжение моего хардкора. Но, к сожалению, когда я только открыл мир и посмотрел назад, я видел, что была ночь. Но тем временем я повернулся опять и увидел крип. О, да, это было больно. Я столько старался, столько делал, но этот чертов крипер все напортил. Я уже сделал превью, но чертов крипер, ненавижу криперов, никогда их не любил, черт, крипер. Поэтому хардкора больше не будет. В дальнейшие дни я буду придумывать следующие идеи для роликов. Этим я уже занимаюсь, так как вы заметили, что не было видео. Я решил это разнообразить, так как иногда боюсь, что вам скучно. Также я поменял аватарку, кто видел. Все это я записываю на фоне, чтобы вам было не скучно. А мне сейчас очень грустно. Надеюсь, вы поддержите меня лайком и подпиской. И колокольчик. Чтобы смотреть мои видео самыми первыми. Ну, а и об этом я хотела сказать вам, так как лучше хардкора никогда не... Да, это очень печальная новость, особенно для вас, мои зрители. Я так понимаю, многие любили его, но многие... хотели его, многие обожали его, но, к сожалению, не получилось. Ладно, ребятушки, всем удачи, всем пока. На этом я закончу этот рассказ. Я хотел тем самым сказать, что же произошло. Всем пока.